За 4 дня в рамках больших гастролей ульяновские актеры показали на сцене театра на Литейном 4 спектакля. Каждый день был аншлаг. Питерцы встречали ульяновцев бурными аплодисментами. Зрители с удовольствием делились своими впечатлениями. Очень приятно, что это классика, что это Островский, и из такого очень русского города Симбирска. Очень понравилась постановка, выдержанная, с прекрасной игрой актеров, особенно старшего поколения. Мне очень понравилось, они просто были на подъеме. Мне очень понравился спектакль, потому что он поставлен в классическом стиле. А лично я любитель классического стиля, поэтому прям мое. В Санкт-Петербурге ульяновских актеров в первый день принимал директор и художественный руководитель театра на Литейном Сергей Морозов. Я очень рад, что Наталья Александровна Никонорова, директор театра, предложила этот вариант обменных гастролей. И то, что наш диалог, который был начат, когда я был сначала просто режиссером-постановщиком, а потом художественным руководителем театра, он продолжается. И еще один режиссер двух гастрольных спектаклей ульяновского театра Искандер Сакаев присутствовал в зале. Его «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира и «Чайка» по пьесе Чехова тоже были встречены питерцами на ура. Это счастье, что два моих спектакля, причем друг за другом, причем поставленные в разное время, с каким-то таким серьезным промежутком, тем не менее, оказались здесь, именно вот в этом гастрольном туре, и что именно игрались в Петербурге, в театре на Литейном, в одном из самых интересных театров города. После возвращения актеры уже в стенах родного театра признались, что очень волновались, но они очень довольны приемом зрителей Санкт-Петербурга. Когда мы вышли на поклон, на самом деле это огромнейшая энергия, позитивная, когда зритель встал, весь зал поднялся и начал аплодировать и кричать «Браво!». И было очень здорово. И когда вот это, именно вот эта энергия идет из зала, тем более из зала питерского театра, это на самом деле это очень здорово. И мы теперь подпитаны этой энергией и готовы делиться с нашими зрителями. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.